На Акимат надейся, а сам не плашай. Ранее в сюжетах мы рассказывали о жителях 72 квартир на улице Вагонной. Там своевременно не было запущено отопление. Какая ситуация на Вагонной сегодня, узнавала Ирина Вабищевич. С наступлением первых морозов жители трех домов на улице Вагонной стали бить тревогу, так как заветного тепла в квартиры не поступало. Посыпались обвинения в адрес городских властей. Как выяснилось, управление котельной было в неумелых руках. Да и часть жителей по сей день не хочет оплачивать услугу. Теперь тут все в порядке. В домах нормативная температура, и оба котла, которые еще недавно называли непригодными, как мы видим, вполне нормально работают. О том, что только с помощью районного акимата удалось наладить работу, рассказал новый председатель КСК. Помогли шлам, ну, углем, топливом. Завезли, ну, большое количество топлива, чтобы могли растопиться, запустить котельную. Это раз. Потом помогли нам заключить договор с коммунсбытом, чтобы финансы, то есть, чтобы не на руки мы получаем, говорили, что мы воры, как бы, да? А они теперь через коммунсбыт, то есть, финансы делают. Пригласили специалистов, что они помогли нам с котлом разобраться, чтобы, ну, довести его до ума. Не было никакой температуры, как говорится, а сейчас вот просто хорошо. Прям радует нас это. Люди плохо платят, а на балансе у КСК котельная. Людям надо заплатить, уголь надо за свой счет привезти. Денег нету. А если бы не акимат, мы бы мерзли. Спонсоры помогли с углем, а специалисты компании «Механомонтаж» провели наладку котлов, заменили колосники. К слову сказать, за лето тут даже люди не пытались подготовить печь и все пустили на самотек. С предыдущего отопительного сезона котел даже не был почищен. То есть, понимаете, люди, я не знаю, наверное, о зиме не думали. На сегодняшний момент все документы приведены в порядок, а именно собрание жителей проведено трижды за этот месяц. Переизбран председатель КСК, правление, ревизионная комиссия. И сейчас большинством голосов жильцов определен тариф, заключен договор с ТО «Коммунсбыт», то есть сейчас они будут оплачивать на основе квитанций. Главную проблему – это неоплата жителей – также решили в акимате. Отныне «Коммунсбыт», а не бухгалтер КСК, будут осуществлять сборы. Специализированная компания, в составе которой штат юристов, уже начала претензионно-исковую работу по сбору долгов, коих тут на 170 тысяч. К тому же компания обеспечивает прозрачность всех денежных потоков. На сегодняшний день уже есть оплата порядка 100 тысяч тенге с этих трех домов. После получения двух квитанций, если оплата не произошла, то наши юристы начинают претензионно-исковую работу. Хочешь получать услугу – сам выполняй обязанности. На Вагонной в этих трех домах история получила удачное завершение. Но не из-за сознательности жителей, а благодаря всесторонней поддержке городских властей. В соседнем КСК «Уют-08» технически такая же ситуация. Да вот только работа с оплатой налажена. И готовили они котельную к зиме сразу, как только завершился предыдущий отопительный сезон. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Работаем, стараемся. Люди тоже есть у нас тогда неблагополучные, но мы с ними работаем, разговариваем, несут. Ну, выживаем, а что делать? Так вот, так и живем. Ирина Вабищевич, Дмитрий Оборок, Наталья Заяц, 5 канал.